Поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола – 3 в 1. Многофункциональная спортивная площадка появилась во дворе домов номер 355А по улице Молодежная. Сейчас рабочие завершают монтаж футбольных ворот. Рядом расположилась не менее интересная детская площадка с большим разнообразием малых архитектурных форм. Но самое главное – безопасное прорезиненное покрытие на площади в 750 квадратных метров. Работы на объекте начались 22 апреля 2020 года. К работам приступили 16 сотрудников ООО «Ральф». При подготовке к работе на объекте проведены работы по сносу и обрезке деревьев, перемещению металлических гаражей, демонтажу и устройству тротуаров, установке опор освещения. На сегодняшний день выполнено 80% работ, таких как электроснабжение, планировка территории, устройство оснований детской спортивной площадки с безопасным резиновым покрытием, установка малых архитектурных форм, бельевая, наружное освещение. Сейчас бригада возводит защитное ограждение спортивной площадки и расставляет скамейки. Рядом с домами рабочие уже начали делать отмостки, а на тротуарах установили новые бордюры. В общем, готовят территорию под асфальтирование. Оно предусмотрено на площади в 2500 квадратных метров с разметкой для парковочных мест. Объект крупный, общей стоимостью 9 700 000 рублей. В этом проекте мы учли все ошибки прошлых лет. Вот, и парковочных мест будет достаточно, даже с плюсом. Освещение дворовой территории светодиодно очень хорошее, вот, чтобы в ночное время здесь было безопасно находиться. Вот. Также расположим тут видеонаблюдение. Тут у нас 3 видеокамеры стоят, которые полный обзор двора мы ведем. Также мы включили благоустройство дворовой территории. И за территориями двора у нас пойдет по улице Молодежной, целиком вдоль до улицы Строителей пешеходная тропа. Остается только озеленение, которое представляет собой газон и высадку деревьев. За ходом работ на площадке с балконов следят главные эксперты – дети. Уже скоро ребята самостоятельно смогут оценить преобразование. Все работы подрядная организация планирует завершить в конце июня. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей».